Это нельгау, антилопа. Приехали они с Одессы по обмену между зоопарками. Две нельгау, самец и самка, годовалые. Самец, правда, чуть старше. По паспорту ему 1.5 года, самочка год. В Харькове теперь у нас тоже есть нельгау, не только в Одессе, но и в Харькове. Кормление производится 2 раза в день, утром и в 3:30. Кормим сеном, корнеплодами и зерном. Это вольер полностью ихний, он разделен на 2 части. Мы провели реконструкцию этого вольера. Как видите, все, тем более вольер сам по себе очень, кстати, большой, тем более животное само по себе подвижное. То есть на ноги ему надо все время нагрузка, чтобы шла. И, как мы видим, вольер очень большое животное, может спокойно развиться здесь. Животные контактные, на самом деле, очень любопытные, подходят к человеку, интересуются, нюхивают.